хотел. Действующего бойца Лиги НСЭЙ. Скоро Рен Гургеновичу предстоит драться за пояс. Выглядит все-таки через год-два UFC. Да, уже тренируется здесь 3 года, а мы за 3 года ни разу твои тренировки не сняли. Поэтому главное было показать, мы будем это распространять, что все-таки у нас коллектив-то разносторонний, тренировок, и все профессионалы. С учетом того, что я работал, трудился там, наводил порядок, смотрел на вас, и я загорелся вот этим вот желанием. Поэтому первый был у меня там Анисимов, и потом я сам с вами поспрыгался. Кстати, хочу заметить, сустав что-то у меня прям нормальный. Я прям резкие вещи делал, но нормально, дай бог. Похожу еще на плавание 3-4 месяца, сустав остановится, и буду вас, молдаван всяких, с армянами я дружу. Арен Гургенович. Все, ребят, всем спасибо, все свободны. Давайте на фотографирование пойдем.